Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем цикл видеоуроков в рамках проекта «Успешные практики в жизнь. Повышение потенциала инфраструктурных организаций для НКО». Проект реализует благотворительный фонд развития сообщества «Гарант» при поддержке фонда президентских грантов. Меня зовут Анастасия Гордеева, я являюсь координатором проектов дистанционного обучения Центра развития некоммерческих организаций Санкт-Петербурга, и я проведу для вас видеоурок «Организация дистанционного обучения для НКО». Наша организация работает на рынке дистанционного обучения уже больше 10 лет. С 2008 года, когда мы провели первый курс управления НКО «Создаем доверительные отношения к организации». С тех пор мы провели уже 18 дистанционных курсов по 12 различным тематикам, а также больше 100 вебинаров. Их тематику вы можете увидеть на экране. Наша организация занимается обучением уже больше 20 лет. Мы проводили долгое время только тренинги, семинары, конференции и другие обучающие мероприятия. Однако, попробовав в 2008 году формат дистанционного обучения, мы за него зацепились и решили, что это, пожалуй, здорово, и мы хотим его развивать, и мы увидели в этом очень полезный инструмент, очень полезный подход к обучению. Почему же мы считаем, что это здорово? Во-первых, мы понимаем, что это может быть полезно как слушателям дистанционных курсов, так и команде организаторов. С точки зрения слушателей, первая выгода, которую мы видим, это то, что это может быть не менее эффективно, чем мощное обучение. Это подтверждают как отзывы выпускников дистанционных курсов Центра РНО, вот некоторые из них вы можете увидеть на экране, так и данные авторитетных организаций. Так, например, исследование Высшей школы экономики, у них есть Центр социологии высшего образования при Высшей школе экономики, поняли, да, что на основе анализа больших данных образовательные результаты учеников не зависят от формата обучения, очное оно, дистанционное или смешанное. Во-вторых, мы видим, что благодаря вот этому формату мы можем достучаться до людей, до которых нам было очень сложно достучаться, когда мы занимались только очным обучением. В первую очередь, это, конечно, малые мобильные граждане или люди, живущие в далеких регионах или в небольших населенных пунктах, из которых им очень сложно добраться до больших крупных обучающих центров в крупных городах. Это, например, люди с особыми потребностями, это люди, которые ухаживают за лежачими больными, это молодые мамы, это просто очень занятые люди, которым сложно потратить очень много времени на то, чтобы уехать куда-то далеко и надолго, чтобы пройти, например, аналогичное обучение в формате тренинга или семинара. Вот, например, здесь вы видите отзыв женщины, которая является инвалидом-колясочником, и для нее обучение на курсе оказалось возможностью не только получить какую-то полезную информацию, но и достучаться до коллег, с которыми ей было очень сложно общаться, будучи, живя в своем небольшом городе, достаточно далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, и не имея возможности куда-то выезжать, потому что аналогичных организаций в ее городе даже просто нету. Третья вещь, которую мы видим, почему это хорошо, это то, что благодаря дистанционному обучению, этому формату, люди экономят время и деньги. Во-первых, это, конечно, экономия на командировочные и дорожные расходы, на гостиницу, на поезд, на самолет, на просто командировочные, да, деньги. Это могут быть как деньги организации, так и личные деньги людей. Так и то, что человеку не надо вообще врываться из своей жизни, из своего города, и, соответственно, либо искать человека на свое место на работе, либо искать, например, няню для детей в семье или тех людей, которые будут ухаживать там за, например, лежачим больным, если такой человек есть. Вот. То есть человек может учиться в свое время, не тратя лишние средства и познавая именно то, что конкретно ему нужно на данном его этапе развития. Это хорошо. Кроме того, мы видим и целую серию выгод для себя, как для команды организаторов.
и это невозможно было бы при очном обучении. И этих пунктов даже несколько. Во-первых, например, нашей командой там, с 6-8 человек мы можем за месяц обучить 1000-1500 людей. Это достаточно массовое обучение, которое было бы невозможно организовать такой же командой на формате очного обучения. И нас это радует. Мы считаем, что эффективность нашей работы благодаря этому гораздо выше. Во-вторых, мы посчитали, что дистанционное обучение сильно дешевле по себестоимости в пересчете на одного обучающегося, чем в очном варианте. Например, если человек приезжает на тренинг без учета дорожных расходов, без учета командировочных расходов и расходов на проживание, себестоимость его обучения будет, ну вот, например, для 2-3-дневного тренинга это где-то 4-5 тысяч рублей. Если мы говорим о том, чтобы нам нужно выучить этого же человека тому же объему знаний, но в дистанционном формате, то себестоимость разработки материалов для этого человека, себестоимость обучения, проверки домашних заданий его, она будет около 500 рублей. Тем самым это, как мы, если несложные калькуляционные расчеты произвести, то мы поймем, что дистанционный формат, он где-то раз в 10 дешевле, чем очный его аналог. Это тоже хорошо. И третья вещь, которую мы видим для себя как выгоду, это то, что мы можем работать дистанционной командой. Например, в нашей команде есть две молодых мамы, есть человек, который очень много проводит времени в командировках и разрабатывает материалы для дистанционных курсов в аэропортах и в самолетах. Есть человек, который очень много занимается аналитикой, и ему неудобно, когда сидит рядом очень много народу, поэтому он работает из дома, и тоже практически не бывает в офисе, сложно его застать очно. Вот. Работая над дистанционными курсами, все эти ограничения по перемещению всех этих людей, они оказываются незначимы, и мы очень эффективно и очень слаженно работаем как команда над дистанционным курсом. Это не является для нас ограничением. Итак, что же такое онлайн-обучение, из чего оно состоит, как оно выглядит и какие форматы у него есть? Форматов у него достаточно много, вот вы видите их на экране. Кроме онлайн-курсов, которыми вот наша организация в основном занимается, есть еще и гораздо более короткие его варианты проведения с точки зрения времени и менее объемные по количеству информации, которая туда включена. Это, например, вебинары, видеоконференции, обучающие фильмы, онлайн-статьи, подкасты, какие-то форумы, где собираются тематические сообщества, и люди обучаются в общении друг с другом и так далее, и так далее. Мы занимаемся онлайн-курсами, но мы понимаем, что, возможно, это не всегда нужно проводить именно онлайн-курсы, когда вы хотите чему-то людей научить. Например, если у вас тема какая-то очень локальная, то вполне возможно, что вам нужен какой-то более простой формат для обучения онлайн. Например, если вы хотите диабетиков научать вставлять картриджи в ручку шприц, то вполне возможно, что вам будет достаточно просто обучающего ролика. Если вам нужно научить тех же самых диабетиков рассчитывать хлебные единицы для своего питания, то вполне возможно, что вам, опять же, не нужен онлайн-курс. Вам нужно просто провести вебинар, где пригласить специалиста по диете для диабетиков, и человек в режиме онлайн расскажет людям, как это делать, и ответит на все интересующие людей вопросы. Когда же нужны онлайн-курсы? Мы считаем, что онлайн-курсы нужны тогда, когда вам нужно научить некой системе знаний. Когда вы не только хотите подать материал, да, целую какую-то систему информации, но и хотите, чтобы люди отработали какие-то навыки и уложили в голове все то, чему вы их учите. Вот, и поэтому наши онлайн-курсы – это подача материала плюс система проверки знаний.
В нем мы закладываем не только теоретическую информацию там, в виде видеороликов или текстовых файлов, но и большое количество заданий, тестов, дискуссионных площадок, где люди могут проверять себя, общаться, обсуждать и пытаться прикладывать сразу знания, которыми они только научились, к работе своих организаций. То есть вот, да, мы считаем, что для такого формата на онлайн-курсы они максимально эффективны. Давайте я покажу, как выглядит один из наших курсов, чтобы было понятно, что мы, чем мы наполняем этот курс, что мы туда вкладываем внутрь. Вот, например, так выглядит один из наших курсов на платформе Stepik. Он называется «Корпоративный фандрайзинг для некоммерческих организаций». Курс состоит из нескольких модулей, он довольно объемный, рассчитан на 5 модулей. И вот каждый модуль, вот название модулей, и в каждом модуле есть отдельные подтемы. Если мы войдем внутрь, то мы увидим, что каждая подтема, она состоит из целой серии видеороликов, из текстовых файлов. Причем принципиально, что текстовые файлы, вот они небольшие, они здесь буквально там на 2 экрана. Из дискуссионных площадок, где люди могут делиться своим опытом, высказывать свое мнение и высказывать свои соображения по теме курса. А также обязательно из теста, где они могут проверить то, что они узнали, сразу же на практике. В конце модуля обязательно у нас идет еще дополнительные материалы, ссылка, где люди могут почитать какую-то из этих тем и познакомиться с ней более подробно. И обязательно задание. У нас это в данном случае базовое продвинутое задание и там геройское задание. Это целая система заданий, скажем так. Кроме того, в некоторых курсах мы еще проводим отдельные вебинары, где... Вот здесь ссылка как раз дана на вебинар, который мы проводили в рамках этого курса, где люди могли в режиме реального времени задать экспертам вопросы и дальше получить ответы уже либо сначала на самом вебинаре, либо потом чуть позже на площадке дистанционного курса, когда человек, эксперт, еще там в течение недели или двух, например, отвечает на вопросы тех, кто не смог присутствовать лично на вебинаре. Вот здесь на экране вы видите сейчас ссылку на наши курсы на Stepik. Вы можете посмотреть, из чего они состоят, и более подробно полазить, посмотреть, как выглядят все эти задания, о которых я только что сейчас упомянула. Итак, что же нужно, чтобы дистанционный курс состоялся? Во-первых, нужна подходящая команда. Вам нужны люди, которые будут разрабатывать контент дистанционного курса. Вам нужен человек, который будет работать с участниками, посылать письма, напоминать о том, что стоит опять заглянуть в какое-то задание, его выполнить и так далее, и так далее. Отвечать на технические вопросы, которых достаточно много всегда. А вам, конечно, нужны преподаватели, если у вас есть задание на проверку. Если у вас это видеокурс, то должны быть люди, которые вам оформят презентации, снимут ролики и потом смонтируют их. Если команда большая, то тогда еще, может быть, стоит выделить должность редактора, который будет следить за единым стилем, за подачей материала, за то, чтобы она была краткая, лаконичная и понятная для всех. Если есть много народа, опять же, полезно иметь функцию директора, который будет координировать работу всех и следить за тем, чтобы все было выполнено в срок, а также отвечать за финансовые вопросы. Если у вас есть вебинары, то вполне возможно, что в вашей команде нужно будет привлечь внешних экспертов, которые будут выступать и отвечать на вопросы слушателей. Ну и, конечно же, в этой команде очень важно, чтобы квалификация каждого человека соответствовала требуемому качеству, иначе вам люди просто не поверят. Второе, что нужно, чтобы дистанционный курс состоялся, это методическая база. Здесь довольно много ключевых моментов. Например, если у вас будут в курсе только скучные длиннющие ролики, то люди зайдут к вам на курс, проучатся 20 минут и уйдут от вас и забудут о вас, поняв, что они не готовы тратить время на то, чтобы слишком долго здесь находиться.
Вы должны сделать так, чтобы людям было интересно. Во-вторых, если у вас предусмотрены тесты и задания, то очень важно следить за формулировками. Если, например, в каком-нибудь тесте вы дадите даже не некорректную, а просто неточную формулировку одного из подпунктов, например, на выбор людей, то при том количестве участников, которые бывают на дистанционном курсе, это довольно много народу, если вы не сидите каждую минуту на этом курсе и не можете реагировать на реплику каждого, то, скорее всего, очень быстро там накопится большой пул сообщений, где все будут вам писать, что здесь вот вы некорректны, здесь у вас неправильно. Вот. И если первые 10 сообщений будут достаточно спокойны, в стиле написано, то через 100 сообщений вас будут уже кидать помидоры и кричать, что вашей команде тоже стоит еще поучиться. Вы здесь сами ничего не знаете. А вот. Даже маленькие-маленькие оплошности, они в итоге оказывают очень сильное воздействие, да, и очень сильный эффект могут иметь для тех, кто учит. Вот. В-третьих, важна очень коммуникация с учащимися. Если люди, например, написали вопрос вам, а у преподавателя нету, он уехал в командировку и в течение недели, например, не отвечает людям, то человек обидится и уйдет просто с вашего курса, и вы таким образом потеряете, опять же, будете терять свою аудиторию. И таких моментов ключевых достаточно много. Вот. И ваша задача – довести людей до конца и сделать так, чтобы им было интересно, поддерживать этот интерес и поддерживать ситуацию, когда есть контакт, чтобы человек чувствовал контакт между слушателем и преподавателем. Вот. Если вы не обеспечите этот контакт, то дистанкурс не состоится. Третья, естественно, вещь, которая нужна для того, чтобы курс прошел, это платформа для его размещения. Например, вот здесь на экране вы видите несколько названий платформы. Это Stepik, Moodle, Canvas, их очень много-много-много. Вот. И вы, как организатор дистант-обучения, должны выбрать ту платформу, которая наиболее подходит для ваших требований, для всего того, что вы хотите сделать со своими слушателями. Мы, например, сейчас работаем над платформой Stepik. Это не первая платформа, на которой мы работаем, вот, но вот методом последовательного изучения рынка мы на нее пришли, и мы сейчас совершенно ей счастливы, вот, потому что, во-первых, она очень дружественна по отношению к обучающимся, она интуитивно понятна для них. Вот, во-вторых, она позволяет нам использовать все те приемы методические и те форматы обучения, которые мы планируем, которые мы хотели бы использовать. В-третьих, она помогает нам выстраивать коммуникацию с учащимися, и есть еще ряд выгод. Вот. Нам на степике нравится, вот, но это не значит, что это единственный возможный вариант, и, возможно, у вас будут какие-то критерии, другие критерии для выбора вашей платформы. И есть достаточно много курсов, которые проходят на других платформах. Вот, поэтому ищите, думайте, что вы хотите, и что наибольше подходит именно вам. Следующая вещь, которая нужна, это ваши возможности в организации пиара нужного масштаба и качества. Если вы просто разместите курс на ресурсе и забудете о нем, то, скорее всего, к вам туда так никто и не дойдет. Людей нужно привести за руку туда. Для этого вам нужно оценить свои возможности, пиар-возможности, и понять, есть ли у вас выход на аудиторию, например, регионального масштаба, если вы хотите провести курс для некоммерческих организаций своего региона. Есть ли у вас выход на аудиторию, нужную аудиторию федерального уровня, если вы хотите сделать федеральные курсы. И так далее, и так далее. И на это нужно выделять отдельные ресурсы, для этого нужно тратить отдельные усилия и отдельное время отдельных людей, вот, потому что пиар – это один из важнейших шагов перед началом курса, чтобы этот дистанционный курс, в принципе, состоялся. Следующая вещь, которая нужна, это, конечно же, ресурсы. Несмотря на то, что мы некоммерческие все организации, людям, которые работают над дистанционными курсами, все равно нужно что-то есть. Вот. И, кроме того, вам нужны физические средства на то, чтобы заплатить за аренду студии, за услуги по монтажу роликов, если они у вас есть, за оформление презентаций.
и иначе у вас ничего просто это не состоится. Вот, поэтому фандрайзинг – это одна из важнейших задач, которая стоит перед командой и организаторов еще до того, как дистанционный курс у вас начался. Ну и последняя вещь, которая нужна, это вот здесь зачеркнуто даже немножко волшебства. Что я имею в виду? Вам нужно сделать так, чтобы люди хотели к вам прийти. А вы поймите, что люди, которые тратят время на дистанционное обучение, они выдирают это время из своей личной жизни. Для того, чтобы поучиться, им нужно оторваться от семьи, пересилить себя и не пойти смотреть фильм вечером, например, или заняться каким-то другим любимым делом дома. Им нужно оторвать время от работы, например, если он, человек пытается учиться во время своего рабочего времени. То есть всегда у человека, учащегося дистанционно, идет внутренняя борьба за свободное время и за то время, за то, на что он тратит свое время. Вот, и вам нужно сделать такой курс, на который человек не сможет не заходить. Так же, как большинство подростков не могут жить без социальных сетей, и они, как только у них освобождается свободная минута, бегут к телефончикам и залезают во все различные социальные сети и сидят там до умопомрачения. Так же, как у некоторых людей не могут жить без компьютерных игр, да, и как только у них освобождается полчасика, они бегут к компьютеру и начинают играть в Майнкрафт. Также вот вам нужно попытаться сделать такое пространство, в которое люди будут хотеть бежать и тратить там свое время. Приемов для этого тоже достаточно много уже придумали. Это не искусство, это тоже скорее технология, вот, и ей тоже можно научиться. В частности, сейчас, например, очень активно развивается такая вещь, как геймификация или графикация образования. Вот, когда в сам процесс обучения внедряются элементы игры. И мы в своих курсах тоже пытаемся это внедрять. Есть и другие разные приемы, вот, и вам нужно их подобрать для своего курса в такой комбинации, в таком объеме, чтобы это, с одной стороны, не мешало процессу обучения, но, с другой стороны, создавало вот ту самую ауру волшебства, в которой хочется прикоснуться. На экране вы видите мои контакты. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, если у вас они возникнут. И буду рада поделиться своим опытом. Спасибо большое. До свидания.